Мобильность экипаж велопатруля доказал в первый же день несения службы. На улице Рахова в поле зрения сотрудников попал выбегающий из магазина молодой человек. Было принято решение задержать молодого человека. Я оповестил о том, что являюсь сотрудником полиции, крикнул команду «Стой!». После чего данный гражданин ускорился в движении. Мы продолжили преследование его. Был задержан он возле строения номер 126 по улице Рахова. Данный гражданин был доставлен в ОПШ для разбирательства. Суетливое поведение посетителя заметили продавцы. Они даже попытались остановить его сами, но прыткому похитителю удалось скрыться. Уже в отделе полиции молодой человек пояснил, товар из магазина нужен был ему для дальнейшей продажи. Сказали стоять, но я этого не услышал. И я от них дальше побежал, они меня поймали, надели по наручники и посадили в машину. Велопатрули курсируют на бульваре Героев Отечества, проспекте 50 лет Октября и в сквере на улице Рахова. Дислокацию наряда могут поменять в зависимости от оперативной обстановки. Функции патрульных на велосипедах не отличаются от обязанностей авто- или пешкопатрулей. Основная задача – это следить за соблюдением правопорядка и пресекать нарушения закона. Между тем, у двухколесного транспорта есть масса преимуществ, ведь на нем можно значительно расширить патрулирование пешеходной зоны, оперативнее реагировать на сигналы граждан и быстрее догонять злоумышленников. Одним словом, быть мобильнее. Эллада Абжалимова, Евгения Лукьянова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.